Перед началом областного зимнего социального марафона в рамках всероссийской патриотической акции «Снежный десант» необходимо взбодриться. Студенты выступают в нескольких дисциплинах. Хотя они отчасти и шуточные, каждого из участников оценивают. Яна Соломатина в педагогическом отряде «Рекорд» состоит чуть меньше года, рассказывает. После команды «Старт» волнение ушло. Единственное, о чем думала, как прийти к финишу первой. Сейчас был этап биатлона, в котором я никогда не участвовала. Я пошла, потому что мне нравится стрелять. Первой я не попала, но зато я выбила все остальные 4. Это было для меня шок. Я не думала, что я с этим справлюсь. На лыжах я побежала быстрее-быстрее, я даже палки не надела, потому что так будет быстрее. Всего же в рамках этих состязаний студентам предлагают попробовать свои силы в 5 дисциплинах. Ребята сражаются на подушках в рамках гладиаторских боев, бегают, поражают мишени в рамках биатлона, соревнуются в снайпере, чуть позже начнется хоккей в валенках, а также перетягивание каната. Победителей и призеров этих соревнований наградили дипломами и кубками. Что же касается социального марафона, то он пройдет в январе-феврале по 60 населенным пунктам 12 районов области. В общей сложности в нем примут участие около 300 человек, которые преодолеют на лыжах более 600 километров.